Ой, слушай, ой, а где это я сегодня? Леска, ты тут? Шади, я тут, вставай скорее. Смотри, Что где мы это такое? Это оказались. больница, что ли, какая-то? Больница какая-то вообще. Вон, смотри, там доктор Ну, а это какой-то. кто там ходит? Да не знаю, доктор Этот огромный. док какой-то. Ё-моё, погоди, а как мы здесь с тобой оказались-то сегодня? Да без понятия, вон, я только проснулась. Какой-то мужик большой бегает здесь. Погоди, выпустите нас! Тут какое-то пуленепробиваемое стекло, Слушай, походу. Вон там кнопка какая-то, надо выбираться отсюда. бесполезно вообще вот так никак нельзя выбраться. Друзья, прием-прием, на связи Шедимен и, конечно же, Леди Леска. Всем привет! Добро пожаловать в новый видеоролик, и сегодня мы вместе с Леской оказались в больнице страшного, очень страшного доктора. Из этой больницы мы сегодня, естественно, будем убегать, но ты прямо сейчас обязательно не забудь поставить лайк под этим роликом для того, чтобы наш побег сегодня удался. И пиши в комментариях, боишься ли ты докторов, вот, и что ты больше всего не любишь, вот там кровь из пальца брать, например, либо еще что-нибудь. В общем, пиши в комментариях и, естественно, жми на кнопку подписаться. Но мы пока что у нас кровь из пальца еще не взяли, мы начнем убегать, так что побежали. Тут сразу нам подсказку дают, Так, то, по что стрелочкам. нужно джампить, получается, прямо вот по кровати и потом идти в вентиляцию. И, кстати, сегодня повезло, вентиляция сразу открывается, а не как ты там долбишь-долбишь постоянно, она там Да-да. еле-еле поддается. Значит, не только у И меня это было, да? мы сейчас оказались в таком месте, которое мне безумно напомнило локацию тюрьмы полицейского Барри. Прям, Кстати, знаешь, вот эта да. вентиляция, она прям очень похожа, очень сильно. Так. Так, запрыгиваем вот сюда. Опа, есть. Слушай, как-то я прям Слушай, там пушка вообще... какая-то. Там спереди какая-то пушка. Нам, походу, Так, придется это взять ее, да? стрелять еще друг друга. Не, мне кажется, не брать, а мы будем стрелять в нее залазить, Ай! короче, вот, и выстреливаться. Да ты чё, серьезно, что ли, Леска? Я... Началось, короче, падение. Нет. Ты чё, на самом старте еще, что ли? Подожди, я тут в каком-то этом... Каком этом там вообще супер изичный паркур? Так, лескоуни. Там даже прыгать не надо. Сейчас посмотрим, как ты еще до кнопки будешь Что такое? доходить. А, нормально дойдем, нормально. Так. Опа. Да, придется Опа. походу лететь. Опа. Точно придется лететь дальше, и выстреливать из этой пушки. Так. Опа, Опа. все отлично. Что у нас тут? Так, и пушка нас принесет прямо Вообще, вон туда. И полная я подозреваю то, неизвестность что... впереди. Ты еще и упала, что ли, снова? А, нет. Нет, зачем? О, Что ё, делать нифига, она надо? сразу еще влетает. Она сразу влетает, если что, давай, стреляйся. И чё? Чё, привет. А, слушай, ты у меня просто телепортнулась и все, короче, Я даже я не очень видел, как ты красиво летела. летела. Ты просто телепортнулась по прямой линии какой-то. Опа, так, упали. Это, в воду Так, не воду не заходим, заходим, тут ток. поняла. Здесь ток повсюду, да, может убить сразу. Обходим аккуратненько, так, открываем вот эти двери. И мы с тобой сейчас оказались среди палат. Смотри, там этот доктор ходит, Так, нам, походу, слушай. придется сейчас что-то искать. Так. Слушай, я погнал. Я тоже А, тут погнала. даже темноты не Шеди, будет. он Все, бежит за нормально, нами. темноты нет. А он у меня очень далеко. Прям очень Тут далеко. какой-то чувак стоит. Ой, Так. а, он ходит, слушай, он прямо это. А мне кажется, тут если в палату зайти. А, да, смотри, заходишь в палату, ложишься, он тебя типа не видит в этот момент. Но я побежал дальше. Потому что там на Так. кнопку надо Это его нажать, если шаги? что. Да, это его шаги, он здесь Опа. ходит. Так, ты дальше в Так, комнату? Леска, я уже на кнопку Я нажал. поняла. Я Вот сейчас от него сейчас. отбегу. Подожди секунду. Ты в те двери вышел, Все, да? По давай, я стрелкам. тебя. Ну там зеленые стрелки прям нарисованы. А. Все! Он разозлился, короче, то, что он не смог меня поймать, и все. Все, я ушла, ушла, пожалуйста. Погнали. Уй, чуть такое. Так, это я убираю. Все, погнали, тут О, нифига, какие-то он орет. уколы, какие-то инъекции Капец, непонятные. страшилище. Сейчас я буду это перепрыгивать лучше там, где это поуже. Так. Опа, все, готово. Так, вперед там нельзя, сюда и физически нельзя пройти в любом Вперед случае, так нельзя, что тогда идем налево. налево. Так, И тоже тут какие-то перепрыгиваем, да? бинты, походу. Да. Я думала, Вряд ли это они просто пилюльки так тут какие-то. стоят. Опа. Оп. Так, Так, открываем. пошла, я тоже иду. Что у нас здесь, уборочная комната, туалеты. Так. Так, тут пасхалки есть Слушай, какие-нибудь, что-то мы пока интересно? ничего не находим с тобой. А, вот тут дверь надо открыть. Дверь не Смотри, там что, открывают. Все смотри. двери не Туда открываются, к надо, что ли? А, сожалению. копать надо. Ну да, Погнали. ну естественно. Да, все, копаем. Эх, я думал, хотя бы какая-нибудь пасхалка будет, либо еще что-нибудь. А Фу, тут фу, 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 вообще фу. никакой пасхалки Да. нет, по сути. Да-да-да. Опа. Так, где это Оп, мы? Слушай, смотри, какая-то тут портреты палата. везде этого ненормального доктора Слушай, он висят. такой страшный. Ой, а, тут скорость дает. Все, я понял, что тут. Я чувствовал такой, что со мной происходит, а потом до меня дошло. Так, погоди-ка секундочку, а что это у нас вон там Где? такое? Смотри. Вот здесь вот можно Опа. куда-то зайти, правда, я не знаю зачем. И здесь больше сделать ничего нельзя, и походу сейчас я назад не вернусь. А, нет, вернулся. Все, ладно, я просто думал, там какая-то пасхалка. И, кстати, прикольно, когда ты приземляешься, у тебя под Опа. ногами прям такие Да, трещины, как вижу. от И супергероя сзади как будто прям появляются. крылья такие от рук. Так.
Все, короче, тупо по этим столбикам, получается, опа, нужно прыгать. Опа. Другого тут ничего нет, пасхалок вроде как нет, хотя, может не успеваю быть, посмотреть. На одном столбов что-то слушай, есть. Слушай, бинты огроменные лежат, да? Да, бинты. У-у-у. Все, пойдем. Опа. Так, вот крутящиеся штуковины на так, полу. Так, поняла. Надо будет находить правильный момент, но тут совсем тоже несложно. Все, можно пробежать, даже не прыгая. Так, а здесь у нас огнетушитель почему-то находится. Так, странное не задеваем? Приспособление. Нормально, слушай. Нет. Так, здесь дальше просто иголки, обычный паркур. И пока что доктор больше нигде не появлялся, появился только один раз. Ой, леска упала уже. Ой, ну увидел, увидел. Так это слышно сразу. Да? Опа. А я думаю, только я слышу. О, вот это прикольное испытание, крутильки всякие. Тут надо будет тоже правильные тайминги подгадывать. Ну-ка, как там леска будет проходить сейчас? Все, я прошел. Оп, так вот лесочка проходит. Вот и упала. А я пока что нажму кнопку, у меня появится мост, и я буду паркурить дальше. Так, сейчас еще раз, подожди. Все, давай, пока я пошел. Давай. Так, паркурим. И там какие-то... А, это вентиляция нас, получается, понесет куда-то вверх. Я понял. Опа. Так, куда так, мы идем? А что это тут за... Тут светильник можно нажать, интересно? Нет, не... А, нет, погоди. Подожди, мы вернемся обратно после кнопки же, да? Возвращаемся. Ну да, тебе мост надо. Ты же мост подняла. А что это такое? Красная кнопка как будто бы нажимается, но не нажимается. Так, у нас тут какие-то приколы всякие. Ладно, это неинтересно. Пошли. Так, здесь нам нужно... Там что-то беленькое валяется, кстати, непонятное. Ладно, полетели. Так. Тут прям реально один в один, как в тюрьме полицейского. Прям реально, вот прям... Даже те же вентиляции, те же винты крутятся. Так, а что меня не подносило только что? Ё-моё. Опа. Шеди, куда? Я еле-еле прям. Сюда. Фу, я думал... Ты не в ту сторону идёшь. Я поняла, подожди. Тут доктор стоит, леска. Все, я погнал, он, походу, сейчас за мной побежит, скорее всего. Да, давай, погнали. А чё он... Погоди. А чё он как-то возле чего-то невидимого... Давай не будем, а пускай чувство, стоит. У меня такое чувство, как будто он забагался, короче. Пускай. Он, походу, забагался, он просто там какой-то звук идет непонятный. Считай, нам повезло. Вперёд, и невидимые столы, стулья стоят, и все. Пускай, пускай, мы сейчас успеем оторваться. Так, там еще человек за нами бежит. Ага, вижу. Слушай, и здесь мы просто... Да. Походу, здесь должно было быть такое, что он должен нас преследовать, но... Нас не преследуют. Я думаю, что всё впереди еще. Аптечка. Где будет босс-файт самое интересное? Интересно, сколько мы уже прошли? Половину, не половину? Трудно сказать, я не знаю, наверху так, видишь какой-то есть. Нифига, тут просто светится. А что это? Слушай, это типа лампа, которая вот типа в палатах же, бывают такие? Это не знаю, это просто какой-то напольный лазер, который обойти надо. Что-то красное снова вон там торчит. Да, вижу, вижу. Какой-то звук идет. Все, так, здесь обошли. Здесь проходим, и здесь лава. Слушай, тут инъекция с лавой. Поняла. Это жестко. Так, опа, а тут тоже можно так по прямой идти, сразу перепаркурить. Ой-ой-ой. Так, и тут лазеры. Да ну как, просто там же упасть негде. Было где. Так, тут лазеры прям как это в Майнкрафте у нас на испытаниях один в один. Вот это вообще прикольно выглядит. Ой, что это там за звуки такие непонятные? Что-то было непонятно. Подождите, прям, подождите. Опа, пошли. Фу, пошли. Что, можно не нагибаться? Да, здесь... Что это такое? Что за звуки страшные? О, здесь девочка головой ударилась. Ой-ой. Немного. О, открылось... Ай, вот оно что это. Все, я понял. Тут стены выезжают и выдвигаются, короче. Шеди, а тут что, как, прыгаем или чего? Ну, конечно. Опа, я думала... Ай! Что такое? Я просто коснулся ее. Почему? Я... Йоу! Ее даже касаться нельзя. Вообще ее не касайся. То есть только тогда, когда она... Как уйдет, страшно, тогда слушай. Можно идти. Как страшно. Ха, у нас разные у вас десинхронизации, и ты у меня сквозь стены проходишь. Фу. То есть, когда стена у меня закрылась, я она поняла, у тебя поняла, открылась. Да. Слушай, тут лампа, какая-то всё. Кнопка. Лампа не нажимается. Я уже пробовал эти красные штучки. Окей. При том, что она как будто бы активна, как будто, но да. Она не нажимается. Так, а тут что такое? Так... так, опа! Нифига! Слушай, погоди, а... А, я понял, тут, короче, это небольшая ступенька. Тут, на самом деле, невидимый какой-то наклон находится. Ага. Так что можно прям в упор к этому лазеру подбегать и потом уже перепрыгивать. И... О, леска, вот он. Шеди, ну как я задела? Ну, начинает. Уже я что не ли? Знаю, как всегда, на последний самый упал. Ну как так? Так. Слушай, ну он как-то близко был на последний. Вон так... чувак прям на лазер стал. Я же говорю, там нет на самом деле подъема никакого. О, леска снова упала. Так, я пока что возьму эту супер-пушкенцию. Опа. А, ну нифига не опа. Супер, она на стене большая, а когда ее берешь в руку, она наоборот маленькая становится. Ух ты, она... Нифига, привет. Ее зажимать можно прям. Так, боссфайтер тоже, ух ты, что, здоровая, да? Все. О, стой, погоди. Что такое? А где она?
Стой, мне интересно, что будет? Смотри, я стою за территорией, Ага. и я могу прямо отсюда в него стрелять, и он мне вообще ничего делать не может. Это было не предусмотрено, как по мне, это читы какие-то настоящие. Слушай, нормально мы с тобой, мощно. Смотри, он прям сюда подошел. У меня нет, он... Да, мне кажется, он... Хотя это, по-моему, наоборот, хуже, он меня сейчас завалит отсюда. Слушай. Ты чё? Ой! Держи нормально, стреляй, ё-моё, чё ты там делаешь? Я стреляю нормально, подожди. Давай вались, ты уже ненормальный доктор какой-то. Кстати, стопы, а у меня, Аня, работает проход. Слушай, у меня тут так падают... Не сработает. Метеориты? Ты же, я надеюсь, зажимаешь курок, а не просто кликаешь тысячу раз. Зажимаю уже теперь, да. Ну вот. Вообще там быстро, там буквально, всё поняла. Не знаю, минута и все, он на земле. Вот смотри, у меня такое ощущение, что я должна только лицом к нему стоять и стрелять. Нет, 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 я от него бегал и стрелял. Ты просто смотри, куда у тебя именно сами снаряды летят. Да, я как... там? Вот у меня хпшки он добавляет, когда... Я к нему лицом повернута. Странно, не, у меня такого не было. Ты, значит, просто не попадаешь. Тебе надо смотреть, куда траектория пуль летит. Вернее, тебе нужно с прицелом самим главным в него попасть. Так, опять бомбежка пошла. Сейчас там убывало уже, сейчас, секунду. Так, пожалуйста. Закончитесь, метеориты. Шедечка. Йоу. Что, я жду, мне уже нечего сказать. Я поняла, он когда этот шар делает, у него хпшки там начинают останавливаться. Ну, естественно, шауры защиты. Все, я его замочила. Все, наконец-то. Ой, я справилась. Примерно 2 часа прошло. Белый портал вижу. Вот. Да не два. Пойдем, заходим дальше в этот портал. И все, вот он и весь побег. Ой, было легко. Было легко. Так, а где у нас тут именно финиш? Слушай, я тут не вижу, чтобы прям это... Чтобы уже точно. Майнволл симулятор какой-то, площадки тут всякие, да, да, еще да, да, что-то. Детская площадка. Так, и тут можно, по-моему, посидеть. Или... О, тут можно вот так раскачивать, короче, чтобы кто-то садится и кого-то раскачивает. Угу. Так, это конец, что ли? Погоди, что-то какой-то странный конец на самом деле. Обычно тут кнопка зеленая, смотри. Когда ты заходишь... А, и там тоже.
то там написано, типа, это конец там и так далее, а тут что-то прям совсем ничего нет. Похоже, что всё. Странноватые дела. Что это за зелёная кнопка там? Они везде там, кстати, в краях одинаковые. Так, как тут с батута-то выпрыгнуть, я понял, не получится просто так пойду пройти. На площадку детскую положить. Так, тогда сейчас попробую на эту зеленую кнопку нажать. Но, походу, да, это конец. Если вот так отдалить далеко, то мы просто в какой-то зеленой зоне сейчас находимся, и все. И кнопочка тоже не нажимается. Друзья, ну что же, тогда мы будем на этом заканчивать. Вроде бы вот так мы сегодня сбежали. Правда, я вижу, там под землей что-то непонятное происходит. Смотри. Под землей? Вон там... Что-то какие-то... Это рестарт. Ну, понятно, все-таки это конец, конец значит. Конец, я думаю, всё. Да. Друзья, ну что ж, да, мы точно на этом заканчиваем. В общем, на связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья. У-у-у.